На личном контроле. Глава Чувашии ежедневно проводит планерки на стройплощадке Чувашского кадетского корпуса имени Кочетова. Свежие новости со стройки года смотрите в нашем следующем сюжете. Каждое утро совещание главы республики с руководителями организаций, задействованных в строительстве кадетского корпуса, начинается здесь. На объекте работа в буквальном смысле кипит. Территория вокруг корпуса преобразилась, начался монтаж сухого фонтана, по периметру появились светильники и фонари. В ближайшее время решится вопрос с их подключением. Эти кабеля проложили, светильники поставили, все подключать. Когда срок по светильникам подключения? Завтра год электросети, во вторник шкаф монтирует, в среду должны подать уже по полной схеме, по постоянной схеме уже уличное освещение. Светильники будут гореть в среду? Да, в среду должны обязательно по постоянной схеме должны гореть. Особое внимание плацу. Рабочие начали укладывать там брусчатку. Решили в серую уже плитку же ложим. Сами же плитки ложили? Да, вот то, что наши плиточники, они же ложат серую плитку. Торцы также под цвет фасада делают. Когда? Сегодня приступаем. Продолжается и внешняя отделка здания. Что касается внутренних работ, то на лестничных пролетах установили ограничители. Постепенно во всех помещениях появляется мебель, а на кухне установили оборудование для приготовления пищи. Медицинские кабинеты также завезли все необходимое. Что касается спортзала, то сейчас там приступили к монтажу напольного покрытия. Там уже первый стол есть. Сейчас второй начали стелить. Сейчас мы его закрутим, чтобы туру можно было ставить. Все хорошо. Услышали мы. Где что, как и чего. Так, теперь здесь окна когда начнем мыть? Это безобразие, сейчас надо очень много чистить. Тут еще вода нужна сейчас, фанеру. После того, как мы там уже линолеум или там вот этот мягкий материал положим, поздно будет. Мытьем окон в ближайшее время займутся промышленные альпинисты. А после того, как в спортзале уложат специальное покрытие, сюда завезут спортивный инвентарь и тренажеры.